Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим сумочку для цифровой зеркальной камеры, не только Canon. Сумка называется Case Logic, а моделька у нее называется SL RC202 Black. Сумка куплена через интернет в магазине MVideo. Штатах она, я думаю, дороже обойдется. Сумка чем знаменательна? Она подходит, во-первых, для цифровой камеры зеркальной, во-вторых, есть два дополнительных отсека под объективы. Также внутри очень удобно реализовано вот такое вот решение, что камеру можно положить внутрь объективом вниз. Зеркалка наша, ложим ее сюда. И объектив находится в безопасности, благодаря тому, что такая схема, которая называется Supersonic System, ни много ни мало, подвешивает камеру. Во-вторых, снизу вот такая вот штука крепкая, которая защищает от брызг, от влаги, а также от падений каких-то. Более того, боковые отсеки, куда можно складывать объективы, они тоже усилены. И благодаря этому, к примеру, возьмем объективчик большой. Для этого, если туда положить объектив, он будет находиться в безопасности. Понятное дело, относительное, но тем не менее безопасности. Сюда влезает даже ультразумовский объектив. Вот. Сама защита, верхняя часть тоже защита, куда ложится сама камера. Так. Более того, сюда можно напихать всяких полезных штук, документов и прочего, то, что у вас находится в поездке, в процессе фотографирования с собой, чтобы не забивать. Куча дополнительных отсеков, куда можно сложить аккумуляторы, карты памяти, какие-то там записульки, чистящие средства, спереди, сзади. В общем, очень продуманная сумка. Цена у нее в MVideo 2390, по крайней мере, пока. Я думаю, дальше будет дороже. Что, в принципе, соответствует американской цене, а может даже дешевле. Более того, он видел кучу скидок, дисконтов и прочих. И она еще обошлась мне вообще 800 рублей за счет того, что я бонусами рассчитывался. Ремешок в комплекте идет вот такой вот, с такими металлическими карабинами, хотя сам пластиковый. Ну, довольно-таки тонкий, но, в принципе, я думаю, неплохо. Еще запасной купим. Сумка надежная, практичная, выполняет все основные функционалы, которые заложены. То есть сохраняет камеру, позволяет ее переносить очень удобно. Ну и на самом деле она довольно-таки небольшая, что для камеры, к примеру, с тремя объективами очень даже неплохо. По весу, понятное дело, будет весить много, но по габаритам в самолет, куда-то в дорогу, на пароход, не знаю, на теплоход, вполне ее можно взять и сносить с собой вместе с рюкзаком, либо без рюкзака. Так что покупайте через интернет, и не только, экономите денежки, получайте удовольствие. Спасибо за внимание, всего хорошего.